Ну, сейчас я вернусь от сообщения о том, что рейтинговое агентство Fitch прогнозирует дефолт России, но у России есть подушка безопасности, насколько я понимаю, 175 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля в фонде национального благосостояния. С нами на связи экономист Татьяна Михайлова. Татьяна, объясните, пожалуйста, мне, нашим зрителям на пальцах, вот эти 175 миллиардов долларов, которые есть в резерве у России, они спасут страну от дефолта? Нет.